За ходом голосования следит корпус общественных наблюдателей. Их штаб разместился на базе Общественной палаты региона. Ситуационный центр общественного наблюдения расположился на базе Общественной палаты Новгородской области на улице Славная. С самого утра молодые люди отслеживают картину народного волеизъявления на каждом избирательном участке, фиксируют явку и сообщения о возможных нарушениях. Мы представляем интересы прежде всего избирателей. И наша задача обеспечить возможность всем избирателям проголосовать, то есть чтобы не было никаких нарушений на выборах. Помимо сбора информации, сотрудники центра консультируют наблюдателей на местах, как им вести себя при возникновении конфликтов, вопросов или внештатных ситуаций на избирательных участках. По каждому сообщению будет проведена проверка, в том числе с участием представителей избиркома. Мы думаем, что общественное наблюдение поставит раз и навсегда жирный крест на различного рода черных технологиях, каруселях, бросе бюллетеней и так далее, и так далее. Если вы заметили нарушения, связанные с работой избирательной комиссии или некорректное поведение партийных представителей и кандидатов на вашем участке, можете сообщить об этом по телефону 78 78 32.